Сегодня мы решили показать вам квартиру 100 квадратных метров. Вот в таком вот элитном домике. Да, она не заходит. 100 квадратных метров за 8,5 миллионов. Не знаю. Расположение дома прям рядом с улицей Советской. Вот там вот. Сразу гипермаркет и транспортная развязка. Улица классная. Первый этаж 100 квадратных метров. У них даже свой дворик есть здесь. Газовые счетчики. А, вот свой дворик. Это я так понимаю. Все мебель остается. Пойдемте, я вам покажу, там в подвале стоит, наверное, банк. Это на каждую квартиру или на все три? Ну, на сколько ее покажет? Ну, я понял, что как пластмассовый стоит. Да, ну, я не знаю. Все остается. Интересно, деревья тоже остаются? И террасы свои. Вообще класс. Иду, иду сейчас. Иду. Иди, выходи. Все ушли, пошли. Иди, выходи. Что здесь оставаться? Слышишь? Да, да, да.